Аллергология называется медицина, занимающаяся изучением, диагностикой, лечением и профилактикой развития аллергических заболеваний. Это относительно новое направление, которое в современных условиях моментально стало актуальным для огромного количества людей. Считается, что в 20-21 веке разразилась эпидемия аллергических заболеваний. Где-то 10% населения действительно страдает этой патологией. Ну, просто, видите, есть волны определенные, скажем, где-то с февраля по март месяц у нас цветет плесень. Как рассказал Рифкат Гатупов, это далеко не весь список аллергических факторов. Патологию обостряет даже домашняя пыль, а точнее микроорганизмы, которые в ней живут. Сама аллергия – явление сезонное и может возникнуть в любом возрасте. Все же больше всего страдают дети. Пока дети не вырастут до 1 метра, у них аллергический фон очень сильный. Почему? Потому что, к сожалению, на расстоянии 1 метра у нас все заполнено окислами свинца, то есть всеми газами. То есть вот дети у нас страдают больше всего от загазованности наших улиц. Меры предосторожности в таких случаях – это провести ранее обследование, чтобы выявить предрасположенность к заболеванию. При отрицательных анализах нужно незамедлительно обратиться к специалистам. И помните, тревожным сигналом может стать самый обычный насморк или головная боль. Никита Бобров, Антон Гребенев, телеканал «Нефтехим».